Первая бригада студентов Якутского сельскохозяйственного техникума по программе учебно-производственного хозяйства за 2 недели работы собрала около 90 тонн сена. Так, впервые в этом году между учебным подразделением и хатасским предприятием «Багарах» было подписано соглашение на заготовку 400 тонн сена. В бригаде 5 студентов, каждый из них выполняет свою функцию. В отличие от традиционных методов сенокоса, ребята работают исключительно на тракторах и с новой техникой по сбору сена. Для них организованы все необходимые условия. Это большая палатка с отапливаемой печкой, электричество, вырабатываемое через дизель, и даже интернет-роутер для отдыха и связи с родными. Практика длится до 1 сентября, и пройдут ее 2 бригады. В принципе, все идет по плану. Ребята работают, учатся и косить, соблюдают весь технологический процесс, смотрят. И я думаю, что если так у нас продолжится, то наши специалисты, которые сегодня выходят из стен учебного заведения Якутского сельхозтехникума, будут одними из самых востребованных, поскольку даже сегодня вот эти 5 ребят, которые сейчас работают, готовы самостоятельно вести свою производственную деятельность.